сказал им. Замечайте, что слышите? Какой мерой мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Замечать не то, что люди скажут о нас. В основном на это уши открыты. А замечайте, что слышите от Господа. А вот здесь как раз нас может и не хватит. А что от Господа слышал, то есть ты ничего не читал. Сегодня же нельзя пойти и сказать, в этом доме у Закхея Господь. Я пойду попрошусь, или он по знакомству. Нет нигде Господа. Куда ни поехали, обязательно какие-то люди с бородами, бритые. В форме, без формы, в галстуках, с бабушками, какие угодно найдутся сегодня. Но найти, где правильно Господь говорит, сам Господь. На следующей неделе отмечает церковь воздвижение Святого Творящего Креста 27-го. Это день, когда я встретился с Евангелием. Будет ровно 46 лет. Неплохо бы до 50 лет я дожить. Как Господь говорит, я услышал из слова Его, мне в руки дали Евангелие. И меня ни один человек не убеждал, это сказал Христос. Вот я с кем-то разговариваю, отвечаю, доказываю, что слово Божие, почему, сравнение делаю, выношу на обсуждение. Мне этого ничего не надо было. Мне дали Евангелие, положили на стол Новый Завет, и вышли в другую комнату, я остался один. Я только начал читать, и сразу же взял ручку в руки. Это божественное. Вторая глава Матфея пошла вся божественная. Позаписывал маленько, вижу, нет, все божественное. Это душа говорит. Замечайте, как слышите, как слово Божие, оно поистине таковое. Я говорю не свое слово. Ты не согласен, говорит, а я не согласен. С чем ты не согласен? Ты по слову Божие. Ты не согласен. А ты знаешь, сколько я с тобой не согласен. И не один... Ни один по сегодняшний день не может найти возражения. Выражали явно, говорит, признательность свою и ненависть. Если бы возможно было, говорит, зубами изорвал бы книгу. Но возразить, говорит, ничего не могу. Почему? А все не сходится, то, что у них есть. Я говорю, как раз это и хотел доказать. Господь пришел не к филистимлянам, не к сидонянам, а пришел к тем, которые ждали, ради которого жертвы приносили. Всеми огнями горел храм на горе Мориа. Тысячные жертвы. Одно колено из 12 полностью было посвящено служению Богу. И фактически ни одного человека нет, который узнал его. Они убили его. Они ждали его 1600 лет. Они замечающие подробности описали, если бы так сказали, отпечаток пальцев, какой будет каждый, какой голос будет, какая длина, все знают. Ну, по одним признакам, это я переношу на сегодняшний. Пришел, они узнали. Замечайте, как слышите, на страже моей я стал. Исаия тоже на страже. Скажи, сколько ночи, сторож? Близится утро, но еще ночь. Все вопрошали, и Даниил просил. А когда Бог начал отвечать через ангела, я пал, говорит, на глади, на четвереньки на глади, и стоял, и силы во мне не стало. И Бог ему сказал, считать умеешь? А вот 77 насчитай, и в последнюю седьмину. С точностью до одного года было предсказано рождение Христа. А откуда начинать самое главное-то? Никто не знает. От восстановления храма? Или от окончания, а ведь речь, строительство храма, это у нас? За 3 года, там, за год можно дом построить. А храм-то ведь не так. 40 лет. 40 лет. 7 лет это самое мало. Как слышишь, замечай. В первую очередь, первое условие, я это принимаю от Бога. Я говорю, мне никто не говорил, что это мой Бог Иегова, сказал слова, и Дух Святой передал Матфею, а Матфеева рука записала, а прекрасные переводчики перевели, Герасим Петрович Павский перевел Евангелие от Матфея, я этого ничего не знал. Внутренний мой голос мне сказал, Бог говорит. И я как бы голос, я не слышал, но как бы с неба. Буквы эти для меня перестали существовать. Я их считаю, для меня орган с неба говорит. Вот что. Замечай, как слышишь.
И тогда Слово Божие ты будешь открывать так, как получивши послание от Создателя мира. И дальше говорит, и прибавлено будет вам слушающим. Доказательство какое? Если правильно, конечно, слушаете. А к чему прибавлено, ты станешь прибавлять, Боже, к тому, что есть. А к тому, что ты слышал. Бог ревизию проведет. Правильно ты или неправильно верил. Мы воспитывались в старообрядческой, беспоповской, киржатской семье. Мы кое-что имели. Мы знали посты, а это не так плохо. Мы слышали о Христе, праздники знали. Но это много значит, это уже основание, так говорится, корень было. А вот теперь, замечая, я стал слышать и с тем сравнить, вижу, это сходится, это нет. Сходится почти мало, почти ничего. Назначение, да, когда праздники, этого ничего в Библии нет. Я стал молиться, первая молитва была моя, дай мне, Господи, поверить, что это все от Тебя. У меня веры в это нет, у меня сомнения. Мгновенно, я не знаю время, ну, не больше 10 минут на колени было. Все, я встал с этого лишь от первой буквы, вы, вначале сотворил Бог небо и землю, до последней буквы, аминь, до мягкого знака. Все слово Бога. Я заметил, как слушают. Слушаю тебя, говори прав твой. Я делюсь этим, потому что опыт 46 лет, это не 2 дня. И скажу, я ни разу не ошибся, что просил именно этого у Бога, как Соломон. Он просил мудрости, а я просил веры. Веры. Потому что мне перед народом не выходить, я не Соломон. Вера. Верность есть, все перейду. По морям, океанам и по горам. В первом послании Иоанн 4.1 говорит, возлюбленные, не всякому духу верьте. Вы испытываете духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире. Уже пророки, все, которые говорят не по Писанию. Ты их не узнаешь. А узнать можешь, если ты знаешь Писание. Не сходится. Не сходится и все. Я вот занимаюсь делами соборов, это немалое дело. И каких соборов, какие там академисты. И вижу, они не знают Писания. Они самый главный вопрос не поставили. Кто виновен, что революция? Это не один. Ни Антоний Храповицкий, ни Патриарх Тихон избрали никто. Хотя понимали, беда идет большая, но не знали, чем это закончится. А вина была столь велика, какой не было еще в мире. Народ вели 1000 лет не в ту сторону. Прямо сказать, дайте людям Слово Божие. Не зазвучало, но уже речь шла о переводе богослужения на русский язык. Это уже решение было принято, но уже все поздно было. Настолько хорошее решение собор принимает, а Бог уже не принимает. Время кончилось, все. Стрелка коснулась 12. Идите на Голгофу. Когда говорит, что 200 епископов погибло, говорит, да у нас в России их столько не было. Вы просто не знаете. Их убивали, тайно поставляли других. Так что примерно 3 круга прошли епископы. Одних убили, столько же поставили еще столько же тайно. А количество священников, которых посвятили в лагерях, говорит, сосчитать даже невозможно. Епископы, которые там оказались, они понимали, по-другому никак нельзя. Они ставили, а не двигались. Те же самые, говорит, священники. Редко-редко кто пошел к народу. От руки переписывать. Вот там мы, говорит, оценили, что такое Слово Божие. А до этого какие огромные библиотеки были. А теперь разрезали его, в кусочки сала замонтировали, чтобы с передачкой. И в разных кочегарках переписывали по ночам. Друг другу давали одни, ты сегодня переписываешь до 5 главы, я до 10 по одному листику. Оценили? Вот теперь да. И стали понимать, что и революция – это милость Божия. Бог очистил всю эту прожог, всю эту окалину выжег в котла и наполнил новую. И опять то же самое сегодня делают. То же самое, это еще не хуже. 1 Петра 2.2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Чистым словесным молоком называется Слово Божие. И от него можно возрасти до спасения. Вот на лестнице-то где. Я повторяю, я не толкователь Писания. Замечайте, как слышите. В первую очередь, не верьте всякому духу, травите со Словом Божиим. Любите духовное молоко, Слово Божие. Каждое слово. Мне говорят, ты говоришь об одном и том же. Это Слово Божие говорит. Не я это говорю. Поэтому упрек я это обращаю в похвалу. Я нашел самый корень этих предложений. 2 Коринфянам 9.6. При тем скажу, кто сеет скупо,
тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. А куда сеять? Лишнее, если ты на пашню бросишь, у тебя вообще не будет ни колосицы, ничего нет. Ну, морковку часто садишь, ты что там, надо пропалывать. Они, значит, там хвостики нарастут. Кто щедро, щедро сеет, как? В первую очередь апостол Павел говорит здесь конкретно о милостине. Я вам говорил, у нас в городе мы объявили сбор, каждый дома откладывает на перевод священного писания. В октябре мы уже объявим. И батюшка, пришлите, сколько соберете. Мы объявим опять в Новосибирск, и приедет директор библейского общества, и мы опять дадим. Ну, немного, конечно, у нас получается, как хотелось бы, потому что там большие средства нужны. Многие люди, которые только этим и занимаются. Это знаете, какой труд огромный. Уже переведенные, теперь едут они удаленные, не в города. А как простолюдин понимать будет? Какие слова, может, надо более простыми сделать? А потом уже как академистам дают, они заново проверяют. Это же люди, оторванные от работы. Нам Бог дверь открыл к тому, чтобы сеять щедро. 2 Петра 2.1.3. Были уже пророки в народе, как у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношение. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, у погибели не дремлет. Их не дремлет. Апостол Петр эти слова говорит, предупреждая, что многие увлекутся. Берегите, чтобы вам не увлечься. А какая разница между тобой, Петр, и тем, который придет? В первую очередь, они будут говорить по Писанию. Второе, отвергать тебя будут искупившего Господа. Это входит на другом месте стоять, не на первом. И еще, говорит, очень многие последуют, и путь истины в поношении будет. Вот что. Они истину не будут слушать. Они всячески будут поносить, злословить. И любостяжание, прибыль. Восковую свечку принеси в церковь поставь, не дадут поставить. А свои мерзкие, с разными там стерозинами, еще только нету. Они должны покупать здесь недорого. Из дома приносим восковой, ее не принимают. Почему? Любостяжание. Деяния 17.11. Здешние были благомыслие фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Кому не нужно благоразумие, садись, занимайся Словом Божиим. И разбирай одно место к другому. Не защищай то место, где ты находишься. Где ты молишься, а ты скажи по слову или нет, а теперь только молись Господи, а как то, что тебе Бог открыл, до тех людей донести, чтобы и они познали этот путь спасения. Евреям 2.1. Почему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть? И Павел непрерывно говорит, смотри, как слышишь. Можно и слышать, даже не спать. А ведь первое это ученики как? Они шли за Господом, он сказал, ни диктофона нет, ни магнитофона. А что в уши попало? Да бывает отвлекся на что-то. Записи нету. Спустя 5 лет только одно Евангелие от Матфея будет написано. Все, весь Новый Завет. 5 лет. Да за 5 лет все выветрится, даже ни одного слова не останется. И, а Господь замечает, и как слышите. Это каждый должен был домой прийти, сразу сесть и скорее записать. И сверить друг другу. Ты как слышал, Матфей? А ты в Рафаэле не слышал, что за этими словами Христос сказал? Ну, где-то бывает, попытайтесь какую-то речь восстановить. И посмотрите, что получится. И только Дух Святой мог все восполнить. И придет, говорит Дух Святой, и научит. Без Духа Святого нельзя восстановить ни одной беседы. Даже дети начинают рассказывать фильм, через 5 минут выходим. И они рассказывают парам, но друг друга подправляют. А уж что сказал, они вспомнить не могут. Да фильм-то, вы видите, как в игровой манере легко запоминается. А здесь сложные сентенции. Какие изречения, сравнения из Ветхого Завета. Замечайте, как слышите. И ты скажи, я слушаю так, что обо всем забыл. Я у ног Христа сижу. Отойдите, не мешайте. Наслажусь я слышанием слов Господних. Исаия 55.3. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.
призыв Божий Духом Святым слышанием идет не слово завета. А с первого дня, когда Бог заговорил, Адам, где ты? Адам, как ты слышишь? Господь, услышал я. Услышал, да спрятался. А вчера как ты слышал? А вчера нарадоваться не мог, каждому слову радовался. А чего же ты спрятался? Вот все, почему мы не идем в храм, почему идем на собеседование и прочее. Почему? Грех. Другой причины нет, и не думай. Иоанн 10:16. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. Когда Господь призывает, то они услышат. Как узнать, вот в этой церкви есть Бог или нет? Простой способ. Слово Божие звучит, там Бог. Где нет Слова Божия, нет там Христа. Не пришел Он еще туда. Я их приведу. Вот простой метод, самый простой. Где Слово Божие не звучит, на 100% гарантия, там не пришел еще Христос. Он говорит, я приведу, и они услышат. Значит, а кого слышат, если его нет? Господь не может быть безмолвным, как Захария. За молчание он сам наказал Захария, и он молчал. За неверие. Молчанием поразил. Иоанн 10:27. Овцы мои слушаются голоса моего. И я знаю их. И они идут мною. Нельзя следовать за Господом, если ты его голос не слышишь. Ты вот попробуй. Сам посмотри. Богослужение одно бери. Сегодня Господь с нами. Слово Божие звучит. Да, если не звучит. Ладно, еще через богослужение, да понятно, да псалтырь. А если вообще ничего нет, люди-то совсем ничего не знают. Отстояли и ушли. Мы-то ведь встречаемся с людьми, которые ходят в храм, из храма выходят, постоянно. И они ничего не могут объяснить. Я вам говорю, что праздник преображения, работали сестры, я их посчитал, все вместе, они около 100 лет проработали в храме. 4 сестры, и они с самого открытия так и работали, там 5-й, и ни одна не могла объяснить. Ни одной беседы с ними не было. 12-й праздник не могут объяснить. А который в храм один раз приходит там и спрашивает еще. Иоанн 5:25. Истинно, истинно говорю вам. Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божий, услышат поживут. Не только те мертвецы, которые в гробах. Здесь сакральный смысл возрождения души. И она опять же услышит глас Сына Божия. Когда я говорю о рождении свыше, люди иногда не понимают даже о чем говоришь. А почему так часто говорите об этом? Да потому что без этого ты Царствие Божие не увидишь. Тебя могут ладаном завалить мертвого. Могут тебя забальзамировать в Святой Воде, но ты не войдешь в Царство Небесное. Кто не родится свыше, не увидит даже. Это так написано. Значит, задача номер один у Бога и спросить рождение, и услышат во гробах, я гроб, и сущим во гробе живот даровал. Это Златоуст говорит, и ты душу, как во гробе, заключил в грешном теле. Пробудись. Верно сказал Господь или нет? Ты скажешь, истинно так. Я именно мертвец. Но голос Божий я столько лет так и не услышал, душа так и не воскресла. Ты доведи дальше до конца это предложение. А если ты услышал, воскресла душа. Воскресла и говорит, овцы мои идут за кем? За мной. А если идут за ним, то почему мы разные? Почему в разные направления идем? Мы не сходимся со многими людьми, не только нашего вероисповедания, но еще и с другими. Евангелие от Луки 8:18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Пояснение. Если у него нет, то что отнимать? Думает иметь. Он думает, мечтает, а ничего этого не будет. Потому что он не наблюдал, как слышит. А услышал, положил в сердце и думает, как это мне исполнить. Я сегодня это услышал. Я обязательно должен исполнить. Гнев человека не творит правды, все, гнев не подойдет. Ты услышал о том, что я встану рано? Ну любой стих там бери, что понятно. Марка 9:7. Явилось облако, осеняющее их, из облака и шел глас глаголющий. Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте. Слушать Господа. И когда нам говорят какие-то истории, даже из жития, если исходит от Священном Писании, тебя никто не принуждает следовать за тем голосом. Тот голос, который ты слышишь, он должен точно соответствовать голосу твоего пастыря. Значит, через того человека, через святого, там, Серафима, Иоанна, какого, Корнилия,
Бог действует на нас, передает свою волю и слово, если оно сходится со Словом Божьим. А если не сходится, отойди. Такое прямое повеление. Притча Соломона 19:27. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречения разума. Я сколько раз говорил, пальцами никогда не шевелите. Это разум отвлекается на что-то. Ничем не шевелите. Слушай, сын мой, не уклоняйся от изречений Господа. А как уклоняться, если их нет? Сначала их нужно иметь, а потом кто-то их будет читать, а ты не хочешь, вот тогда только исполнится. Возьмите себе за правило, которое я хочу вам вести, чтобы каждый день дети ваши заучивали хотя бы по одному стиху. Нетрудно печатными буквами ребенку написать на какой-то картоночке, положить в карман. А вы, дети, меняйте друг с другом себе, какой баба стих написала, такой, а тебе такой, да я лучше. Да ребенку ничего себе не стоит. Это на всю жизнь. А потом ему проложить дорожку к исполнению, скажи, мы же считали, и Господь обязательно за этот стих спросит, мы знали. Знали, а не исполнили. Итак, замечайте, как слышите, чтобы всем нам слышали исполнить и возрадоваться в Царстве Небесном. Аминь.